Еще три дороги в Дзержинском районе Волгограда получат новую жизнь. Муниципалитет объявил аукционы на выполнение проектирования и реконструкции дорожных объектов. Комплекс работ на дорогах по улицам Ангарской, Авторемонтной и Бузулукском переулке проведут до ноября 2025 года. Предстоит расширить до 4 полос проезжую часть на улице Ангарской от примыкания к шоссе авиаторов до автозаправочной станции. Ранее муниципалитет завершил комплексную реконструкцию автодороги по этой улице на участке от улицы Римского-Корсакова до автозаправочной станции, расширив проезд до 4 полос. После окончания работ вся проезжая часть улицы Ангарской станет 4-полосной. Такие же работы проведут на Бузулукском проезде от Ангарской до Авторемонтной и на Авторемонтной от шоссе авиаторов до улицы Дубровая Балка. Протяженность запланированных к реконструкции проездов составит более 8 километров. На всех трех объектах специалисты обустроят пешеходные дорожки и несколько кольцевых развязок. Расширение проездов повысит пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения. При обновлении и строительстве автомобильных дорог в Волгограде учитывают перспективное развитие города. В Тракторозаводском районе дорогу по улице Героев Тулы расширили до 4 полос. Это обеспечило свободный выезд на федеральную трассу. На улице Хорошева построили новый участок протяженностью 800 метров. В Краснооктябрьском районе построили 2-километровый участок улицы Чистоозерной, а в Кировском возвели 4-полосную дорогу по улице Пожарского. Это обеспечило транспортную доступность нового микрорайона Санаторный. В Советском районе ввели в эксплуатацию проезды по улицам Курсекова, Ивановского и Джабаева. Они обеспечили транспортную доступность для жителей нескольких микрорайонов. В 2022 году в микрорайоне Родниковая долина построили новый автомобильный проезд по улице Родниковой. Завершают работы на новом участке дороги улицы номер 10. Продолжается возведение 4-полосного проезда от улицы Загорулько в Советском районе до соединения с улицей Зиной Моресевой в Кировском районе. Новая дорога станет дублером второй продольной магистрали. Это позволит разгрузить проспект Университетский и улицу 64-й армии.